Уходит 2019 год. Мы все наблюдали победы и поражения, взлеты и падения нашей желто-синей семьи. Но несмотря ни на что, мы всегда оставались со своей командой. Наступает 2020. Хотим пожелать закрепиться как можно выше в таблице. Мы все хотим в Европу. Всех игроков, весь тренерский штаб поздравляем с Новым годом. Пора покорять Европу и весь мир. С Новым годом! Уважаемые друзья! Поздравляю всех с наступающим новым 2020 годом. Прошедший год был сложный. У нас не все получалось, но мы многого достигли. И мы достигли все вместе этого благодаря одному человеку. Это человек, президент нашего клуба, Арташес Владимирович. Я бы хотел поздравить с Новым годом именно его. Пожелать ему счастья, здоровья, благополучия и никогда не сворачивать с выбранного пути. С Новым годом всех желто-синих! Дорогая и любимая наша команда! Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать больше побед, реализовать все свои мечты, а также Эльдору Шамуродову стать лучшим нападающим чемпионата России. Норман здесь с мячом на бровочке, Чернов просит, Чернов ждет, Норман разворачивает эту атаку, Чизуонова будет играть. Подача и Шамуродов! Шамуродов! 2-0! Да? Динамо! Ты где? В Новом году мы хотим пожелать нашей молодежной команде побольше побед, больше уверенности на поле, и чтоб вы шли по жизни с девизом и зная то, что без чести нет победы. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Уважаемый наш тренерский штаб, в этом году вы проделали серьезную работу. Несмотря на все эти перипетии, которые творятся вокруг клуба, вы сумели сплотить ребят и вы сумели показать достойный результат. Мы благодарны вам за это. На следующий год мы верим в вас, верим в команду, верим в новые победы, в новые титулы, в новые звания и в новые мечты. Поэтому с Новым годом! Я хочу поздравить ребят из медиагруппы футбольного клуба с наступающим Новым годом, наших замечательных фотографов, СММщиков, людей, которые занимаются сайтом. Пожелать вам творческих и креативных идей во славу нашего любимого клуба. И никогда не забывать, что за этой командой и за этими болельщиками стоит огромная история, которую вам выпала честь увековечить. Дорогая наша команда, желаем тебе в новом году множество ярких открытий, ставить новые рекорды и никогда ни перед чем не сдаваться. Дорогой мой любимый футбольный клуб Ростов, поздравляю с наступающим 2020 годом. Ребята, футболисты, проведите хорошо новогодние праздники, наберитесь сил, наберитесь креатива, такого креатива, как у Евгения Чернова в матче с Локомотивом. Бросок кобры знаменитый, помните, спиной. Вот так вот нужно в каждом матче выкладываться на 100%. Я не зря нахожусь здесь, в аэропорту Платов. Мы сейчас мерзнем, снимаем эту запись. А мы хотим, как вы, греться на солнышке. А лучше поехать в Европу, чтобы мы попали в Еврокубки. Вот этого пожелаю вам. Здоровья, пацаны. Подача! Дорогие друзья, поздравляю с Новым годом ветеранов нашего клуба, тех, кто ковал победы в прошлом веке и тех, кто недавно закончил свою спортивную карьеру. С Новым годом! Поздравляю с наступающим Новым годом всех, кто связал свою судьбу с желто-синей командой, всех малышей, которых отдали в клуб желто-синий. Поздравляю всю семью болельщиков. Без вас нет футбола, друзья. С наступающим, пусть это будет год наших побед с 2020-м. Дорогой наш любимый клуб, мы поздравляем тебя с предстоящим Новым годом, желаем успехов, дальнейших побед, таких же эмоций подарить нам, как и в этом году, и в остальных тоже надеемся, что так будет. Желто-синий, самый сильный! Хотел бы поздравить вас с наступающим Новым годом, особенно всех болельщиков, фанатов, пожелать нам отличных победных выездов. Ходите на Ростов-арену, болейте за Ростельмаш. Всем здоровья, всех с Новым годом! Я хочу поздравить всю футбольную команду Ростов, а именно лично капитана нашей команды. Я хочу пожелать побольше зрелищных игр, красивых мячей в воротах соперника и всего самого наилучшего. Будьте здоровы и счастливы. Валерий Георгиевич, вы красавчик. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам успехов, удачи на Донской земле. Быть главным тренером еще как минимум
до того момента, пока у вас не родится сыночек на Донской земле. Желто-синий, самый сильный, желто-синий, самый сильный. Друзья, когда мы говорим о футбольном клубе Ростов, важно понимать, что это не только 11 игроков основного состава и тренерский штаб. Это огромная армия людей, которая своим ежедневным трудом помогает игрокам и тренерам достигать тех целей, которые стоят перед командой. Я говорю о врачах, об агрономах, о техническом персонале и о всех сотрудниках базы. Именно этих людей я сегодня хочу поздравить с наступающим Новым годом. Друзья, продолжайте заниматься любимым делом. Отдавайтесь ему полностью и любите свой клуб. Пусть этот год принесет вам только положительные эмоции. Вперед, Сельмаш! Наша дорогая команда. Валерий Георгиевич Карпин, Виталий Витальевич Кафанов, Миша Осинов. Мы поздравляем вас с наступающим 2020 Новым годом. Мы желаем вам, чтобы вы стали для нас еще дороже и завоевали как минимум одно из призовых мест. Вперед, команда! Мы с тобой! От себя хотел бы добавить еще поздравления нашим игрокам, чтобы все хорошо играли за свои сборные. И Алексею Ионову пожелать успеха в составе сборной на предстоящем Евро. Футбольный клуб Ростов, поздравляю вас с наступающим Новым годом. И забивайте много-много голов. Пусть прежние ошибки и поражения сделают вас только сильнее. Пусть ваши усилия и старания приведут вас к нужным целям. Приветствую, моя любимая команда «Россельмаш». Приветствую всех ростовчан, гостей нашего города. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья, идти к своей цели, добиваться ее. Валерий Георгиевич, давайте сохраним состав, костяк нашей команды из легионеров. Они у нас крутые, самые лучшие. Надо брать Европу и навести там шороху. Паша Мамаев, тебе отдельный респект, что пришел к нам в город. Давай также играть за наш клуб, как мы тебя встретили и как встретил наш уютный город Ростов-на-Дону. Вперед, команда, мы с тобой! Желто-синяя семья, я знаю, вы будете упорно стараться. Шагая вперед, ни за что не сдаваться. Пусть ждут вас в футболе успехи. Большие вперед, Россельмаш, к победе, родные. Хора, желаю тебе огромных успехов в футболе и здоровья всей твоей семье. Карпин там несколько футболистов своих подгоняет на ближнюю штангу. Подача на дальнюю. 1-0 в пользу Ростова. Ребята, всей желто-синей семьей мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. В будущем году мы также будем поддерживать вас, ездить за вами на выезда в любые места, куда только не будет заносить нас судьба. Мы всегда будем рядом с вами. Каждый из нас будет рядом с вами до последней минуты. Важно, чтобы вы, ребята, в новом году, в 2020 году бились на полях точно так же, как мы за вас болеем на трибунах нашего стадиона. Мы всегда с вами, знайте об этом. Мы большая желто-синяя семья. Вперед, команда! Мы с тобой! Вперед, команда! Мы с тобой! Вперед, команда! So let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow.